Здравствуйте, друзья. Ракета Storm Shadow. Попали рядом с санаторием Путина в поселке Марина в Курской области. Историческая усадьба князей Баратинских, рядом с которой предположительно находится командный пункт. Я в машине сидел, выбежал аж. О. Вон там дым идет. Что они там забомбили? В комментариях пишут, жалко, что не по Кремлю. Путин в течение последних 2 недель ни разу не появлялся на людях. Вместо живых совещаний по телевизору показывают консервы. Да ладно, не может быть. Неужели бутылка шампанского в холодильнике своего часа дождалась? В Калуге. Чиновнику на прямой линии задали вопрос, когда в деревне поставят колонку на воду. Помощник на заднем фоне говорит, в пи***ю эту колонку. Когда решится вопрос с деревней Лихун? Живем круглый год, сколько еще можно ждать? Почему ни одной колонки вокруг деревень? Почему нельзя поставить по одной, чтобы была возможность набирать из них? Сколько нам еще жить таких вот Эльвира? Я уже говорил, ну, там неоткуда подключаться. То есть для того, чтобы поставить колонку, нужен быть источник водоснабжения. Да. В Дубае посреди пустыни нашли, куда подключиться. А в деревне Лихун, через которую течет родник, а справа находятся Ильинские пруды. Некуда подключиться, чтобы набрать воду. Родник течет через целый поселок. Чинуша говорит, в 21 веке некуда подключиться, чтобы набрать воды. Слева Мария Бутина гниет в американской тюрьме. Справа Мария Бутина свободно дышит в свободной России. Мария Бутина, 36 лет. Интересно, сколько надо выпить, чтобы потянуло на Марию? Наверное, сам Медведев столько не выпит. В Новокузнецке мужчина пришел сдавать на права и перед этим выпил, чтобы не волноваться. Расскажи, пожалуйста, что произошло, как оказались патрульные автомобили? Давал экзамен. Выпивали, да, что-то? Вчера было дело. Но... А что выпивали, сколько? Немного, ну, 3 бокала виски с колой. 3 бокала виски с колой накатил. Православненько. За отца, за сына и за водительские права. Остался остаточный запах. Ну и, соответственно, инспектор дорожной патрульной службы. Чуяв запах, попросил пройти медицинское обследование. Соответственно, оказался в машине. Незамерзающую жидкость залил, чтобы не замерзла прокладка между рулем и сиденьем. А по ощущениям, понимали, что все-таки состояние опьянения есть? Состояние опьянения нет, но остаточное является, соответственно, ну, смысл спорить. Но все-таки приняли решение пойти на сдачу экзамена? Ну, я-то трезвый сам. Я сам вообще трезвый. Твердо смотрю вдаль. Я этот мир познал. Ищу в нем только гармонию и миротворение. Белгородская область. В селе Быковка. Российский бомбардировщик уронил 250-килограммовую авиабомбу на школу. Своих не бросил, на своих уронил. Военные преступники молятся перед тем, как идти согрешить. Православие в путинской России – это когда ставишь свечку и потом идешь грабить, убивать и насиловать за деньги, а в душе при этом ни угрызений, ни совести. Ну что сделала сегодня война? Что сделала сегодня война? Я был командиром, да. Сейчас на погонах нету вытяг, потому что форму постирал. Штурмовая разведка. Отдельная разведроты. Что говорят о нас политики? О нас политики, да вообще ничего не говорят. Кто мы для них? Для них мы мясо. Мясо, мясо. Мясо, на котором можно делать деньги. Можно делать деньги на деньги ранения. Прежде чем человека упрятать, знаешь, как подать ему актировку без вести пропавшего, а деньги присвоить себе в карман. Не-не-не, это не себе.
Себе уже наворовал, себе уже хватит. Это сейчас воруется детям и внукам. Челябинска. Пенсионерка, которая положительно относится к Путину. Расскажите, вот как вы относитесь к Владимиру Владимировичу Путину? Очень положительно. Хоть один умный, хоть что-то собрал остатки от Советского Союза. Расскажите, сколько у вас пенсия? 14,5 тысяч. А сколько у вас зарплата? 11,5 зимой, с отоплением. На что этого хватает? Мне этого хватает на кофе и на сигареты. То, что я собираю, я сдаю. Вот на это я не ем отбросы, но я копейки сдаю, то есть это на питание. А покажите, на что телефон. Вы сдаете и где вы это собираете. Просто покажите для примера, пожалуйста. Для примера, конечно, у меня хороший пример. 5 килограмм меди – это… Пенсионеры, которые сдают медь, и пенсионеры, которые положительно относятся к Путину, это одни и те же пенсионеры. Ну, это 5 килограмм по 730 – это… А 730 – это что? Килограмм меди на сегодняшний день. 730 рублей? Да. Все, ясно. Еще что приходится вам собирать вот на мусорках? 5 бутылки, килограмм 20 рублей в приемке. Угу. Вот напротив, слава богу, живу рядом приемка. Угу. Вот. Бумага килограмм 10 рублей. Собираю, вот иду, чижик я взвесила, вот несколько-несколько понемножку добавляю, вот, господи, вот это тоже бумага. Все, собираю бумагу, туда. Чтобы накоплю 10 килограмм, пойду, приемка, слава богу, рядом, я сдам. Понимаете, 5 бутылки накоплю 10 килограмм, килограмм 20 рублей. 10 килограмм – это 200 рублей. Есть смысл, ну как, собирать. Самые богатые полезными ископаемыми мира. Собирать бутылки смысл есть. Говорит пенсионерка, которая гордится Владимиром Путиным. А где вы работали вот раньше, до пенсии? Врач. Вот так. Врач? А по какой специальности, если не секрет? Я дерматовенеролог. С этого началось, понимаете, я… Меня подвинули по работе. Угу. Пенсионеры вот так вот ходят и собирают. Да, 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 да. Путин не виноват. Просто по работе подвинули. Город Оренбург. Мусорная свалка выше человеческого роста. Ну, вот так вот выходим из дома. Проходим к мусорке. Ну, примерно как-то так. Я так понимаю, о, природа отдыхает, да, у нас? Это вот начало, да? И вот так вот до конца. Выше человека, вот женщина идет, мусор выше человеческого роста. Ну, хоть в чем-то обогнали Америку.